Нищая Европа никогда не раздуется до уровня США. И ездить будет на машинах с маленьким объемом и недорогой ценой. И фордовский фокус с Фордом Фокус тому подтверждение. Необходим был компактный и надежный, а также экономичный автомобиль среднего дизайна. Да, Форд был первым, кто примерил эти тапки, и единственным американским производителем, самостоятельно отвалившим от кризиса. К чему все это на фоне Ситроена? Да к тому, что успех Фокуса стимулировал развитие сегмента небольших городских автомобилей класса С. И Ситроен, упростив подвеску, скомпоновал последователя Ксары. Макферсон пришел на смену гидроэктиву, и сногсшибательной плавности хода уже нет. Но есть другие преимущества, и о них чуть позже. Citroën C4 дебютировал осенью 2004-го. Удачная силовая конструкция тремя годами позднее была принята за основу Peugeot 308. Прекрасно понимая, что ни на рынок Америки, ни на Англию с Германией рассчитывать не приходилось, курс был взят на Азию, а также Южную Америку. И производство этой машины организовали и в французском Мулхаусе, и в аргентинской Вилла Бош, и в китайском Вухане. Конечно, без революционных движений не обошлось. И благодаря дизайнерам Доната Коко и Жан-Пьеру Полы из машины сделали космолет, способный удивить даже зажравшихся америкосов. К примеру, рулевое колесо с неподвижной центральной консолью. Полностью электронные приборы контроля, да еще и разбросаны они весьма оригинальным образом. И можно сказать, что на тот момент по своему электронному фаршу и не только салонному, но и обеспечивающему безопасность движения, это стал самый передовой автомобиль. И поэтому в 2006 году машина получила первое место в рейтинге передовых дизайнерских автомобилей. Конечно, жаль, что на российский рынок поставляются в основном дохловатые бензиновые движки. И только купе и хэтчбеки. Потому как седан выглядит серьезнее и богаче. Но зато выигрыш в возможности запихать в салон побольше. Отдельная песня успехи C4 в ралли. Машина, протестированная двукратным чемпионом Себастьяном Лёбом, становилась многократным призером по езде там, где на протяжении десятков лет ездят россияне. И два года подряд занимала первые места в рейтинге лучших конструкций. То есть езду по российским дорогам и по бездорожью сия тачка вытянет. Что и впечатлило также чемпиона Формулы-1 Кими Райконена. Он на ней тоже по VRC гонял. Единственное, что огорчает не по-детски, так это то, что россиянам не судьба попробовать дизельный подрыв, который особо впечатляет на низких оборотах. А есть и то, что радует. Так это то, что вторая генерация C4 имеет смысл называться отечественным автомобилем, потому что собирается в Калуге. Вот даже по чистому угольному льду, такому южноуральскому, машина ведет себя даже на летней резине просто... Ну, что я могу сказать? Я всегда мечтал себе купить Citroen C4.